Краснодарском крае весны и осени не бывает. Лето, которое начинается в апреле, заканчивается в конце октября, и через неделю наступает кубанская зима. Поселок Мирный в Северском районе, приблизительно в часе езды от города Краснодар. Дорога нормальная, около 10 километров нормальной гравийки, все остальное прекрасное шоссе. Население в поселке 100 человек, в 2002 по переписи здесь было 163 человека. Пара прудов, речка Бизепс протекает мимо поселка, ну не речка, чуть позже покажу так. В общем-то в летнее время и осенью это ручей, а в речку она превращается только когда тает снег, либо в горах проходят хорошие дожди. Поселок Мирный расположен на автомобильной дороге в станице Шабановская. Вот сейчас она на горизонте почти, а дорога в Шабановскую как раз вот между горами. Вот вид сверху на поселок. В поселке три улицы: улица Заречная, улица Карла Маркса и улица Мира. Есть небольшой клуб, но я не увидел, чтобы он когда-то был открыт. Школа здесь работала до 2009 года, но поскольку ее посещала всего вот эта речка, речка Бизепс, в начале осени, в общем-то, речка, такой ручеечек небольшой. Школу посещало только 3 человека в 2009 году, поэтому сейчас детвора ездит, наверное, в Шабановскую, но, честно говоря, не уверен. Поселок Мирный находится в горах, но высота над уровнем моря, несмотря на то, что он в горах, всего-навсего 136 метров. То есть климат здесь такой же, как и в краевом центре город Краснодар. Такой же жаркий, такой же, может быть, немножко менее сухой. Что касается истории создания поселка Мирный, сведений в сети найти не удалось. В Краснодарском крае очень много населенных пунктов с названием поселок Мирный. Есть такой и рядом с Горячим Ключом, рядом с Ейском, рядом с станицей Красноармейской, ныне Полтавской. Единственное, что есть упоминание, что вокруг этого поселка много посадок посевного каштана, который использовался обычно для фуража. Но поскольку поселок в горах окружен лесом, наверняка здесь лесозаготовки было одним из основных занятий населения. Чем здесь сейчас народ занят, честно говоря, не знаю. Вот клуб, о котором я упоминал, он был закрыт и во время нашего приезда, во время съемки, и месяца три назад мы здесь были. И сейчас поворачиваем к школе. Она на пригорке, вот белое здание на пригорке. Школа, которая была закрыта в 2009 году, потому как здесь не оказалось учеников.
Чем сейчас занято население здесь, затруднее сказать. Увидел в сети упоминание о неплохом отеле, куда можно приехать группой до 30 человек и нормально отдохнуть. Отель в горах, в бассейном. Но только один, больше ничего не заметил. Шиповник, который произрастает здесь, есть здесь охотничье хозяйство в виде охотничьей базы. Вот сейчас она будет у нас справа. Ну, наверное, это и все. Если хотите дополнить какую-то информацию, буду благодарен за комментарии вот от того, что перепишу эту озвучку. Вот сейчас с правой стороны охотничье хозяйство поселка Мирный. Поселок Мирный, Краснодарский край, Северский район, Смоленское сельское поселение.